Детвора вся в телефонах. Да, вот их тоже снимать, кстати. Детвора. Дети 21 века. Карп пишем через телефон. По блютусу. Представители компании Sportex. Знает, вот пирсинг, помнишь, она ее сделала? Когда? Лет куда? Когда? Года три назад. Ты помнишь, было же, что она ее ухо прокусила? Нет, нет. Доберман. Это другой же Доберман, Стас. А? Это другой Доберман. Да, они одинаковые. Все, можно ехать? Подождите, мы договорились, во сколько у вас ждать. Я думаю, что все займет 5 минут. Чтобы открыли ворота? От имени клуба «Эстафир» я рад приветствовать всех здесь собравшихся для проведения фестиваля рыбалки. Папа, мама, я. Шикарная семья. По поводу разделки секторов вам скажет пару слов администратор турнира Коля. Сразу? Да. Сектора начинаются вот отсюда. Первые по девятый почти подряд идут. Сектора огромные, 20 метров, 10 буферная зона. И потом идет 10-11 и 12-13 в самом конце. Мы следом за вами пойдем. Первый поедет Дима
все машины заезжают за ним, распределяются по секторам, а мы следом пройдем и позаботимся. Откуда заедут? Чтобы машины вот отсюда. Да. То есть даже на дальние сектора? Даже на дальние сектора машины разрешили. А потом сюда. Разгрузили машины, выезжаем сюда и ставим машину. Одну секунду, Рома, Цейлон закрыт. А, вот собор? Вон собор. Окей. Все отсюда заезжают. Значит, на пляж как бы туда заехать снаружи нельзя. Но как можно ближе, можно подъехать на этот поворот, который сразу вот на Дубнике, налево, короче, знаешь, вот сразу. Вот там вот это самое ближайшее, что может быть. Но там еще через полкилометра. Пешком. Да. Нет, ну не полкилометра, как это. Там... От Гулан? Полкилометра до Цейлона? Не-не-не, там два залива всего лишь и... Ну, может, это... Там не да, так, да, это да, отсюда да. Полкилометра, да, согласен. Просто как бы береговая линия не закрыта, естественно, поэтому заезд возможен. Разгружаемся и выезжаем, выгоняем машины все на свои. Желательно, слушайте, вопрос, да, потому что нас спросили. Что мне надо ставить машину, вынимать вещи и начинать ставить лагерь. То есть как бы вынуть вещи... Мы дадим время на разгрузку. Знаешь, сколько надо? Полчаса хватит. Майк, потому что разгрузить машину и выгнать. Не оставлять машину на берегу для того, чтобы поставить лагерь. Сколько? Полчаса на разгрузку хватит машины? Все, полчаса и выгнали машину. Если максимум на те два дальних сектора, попросим товарищей Сухмей подбросят туда, на самые дальние, ну, того, кто выгонит машину. А, ну да, это не проблема. Вернуться в сектор. Окей. Еще пару слов, как бы у нас сейчас на этом турнире у нас генеральным спонсором выступает Андрей Свечин от имени команды фирмы Sportex. Бессердер, ты будешь вручать. По-любому. Ты можешь сказать, что будет приза? Не скажу. Но призы хорошие. Секрет, короче. Какие там есть еще? А, правила по поводу рыбы, да? Зачет идет, кроме сама вся рыба. Алло! Внимание! Кроме само вся рыба идет в зачет. Размер не играет роли. Бигфиш есть? Хранить как? Пока нет. Ну, да, кубок, кубок есть. Кубок есть на бигфиш, ну, если да. Будет бигфиш, то значит мушки делаем. Мушки как хранить? Можно в тазике каком-то, ведре, байры? Бегадоль можно. Несколько мешок. Можно. Как бы это не... Да, да, можно. По две рыбки можно в мешок. По усачам что? Тут говорят, что усачи не живут. Только не живут, это развешивают. Это мой вопрос. Да. Ну так в прошлый раз взвешивали? Ну. У вас нормально со судьями? Ну хотя бы 2-3 усача. Не каждый усач, да, чтобы бегать, понимаешь? Вероятность того, что там этот один в ожидании второго серопостижно. И я не виноват. Я к этому веду. Но... Пока он будет ждать второго, третьего, один, первый. Вызывайте на усачи, пока не придут. Взвешиваем или нет? Вызывайте, мы на машине, максимум мы подъедем. Вызывайте на усачей. Хорошо, вызывайте на усачей, вызывайте. Какие-то вопросы у команд есть? Начало во сколько? Вечером разбросить палки. Начало в 6 утра. 6 утра. В 6 утра все можно делать? Да. Заканчиваем кормление утреннее, когда открываем, когда заканчиваем. У нас сейчас рассвет в 6 утра, правильно? 6 утра. Да. Значит, с 6 утра... Нет, 7. 7. Да. Потому что в 6 это еще серо. Да. Мне сейчас рано темнеет. Я согласен. Ну, солнце восходит из-за Голан, будет, в 6 уже будет не темно. Семи, да, а семи. Закат у нас получается вот сейчас у нас 4 часа. До 5. Пол пятого? До 5. Нет, 5 уже будет темно. 5 темно будет. До пол пятого. То есть с 7 до пол пятого кормление разрешено. Когда заканчивается? Сколько помню, 10 утра. В субботу в 10. Ночью пробросить палки можно, собрали лагеря, просто палки пробросить. Воду кинуть не могу. В смысле? Ну, я готов. Леску помочить? Ну, типа того, да. Груз повесил, бросил, вымотал, поставил на руку. Ну, да. Маркироваться ты можешь? Максимум 5 комбиков, не больше. Маркироваться можно до начала соревнований? А?
Маркироваться получилось. Я думаю, что как было в прошлый раз, по-моему. А вы не успеете, часов... навряд ли успеете, но. Да, да, ну как можно ночью маркироваться? Я не знаю, не скажу. Показать. Не скажу! Нет, нет, наверное, маркирование все-таки с утра, потому что поздно уже ночью. Давайте с утра маркирование. А то некоторые как кинут маркер. А то некоторые пельмени готовы. А то некоторые хотят лесочку промочить, другие маркироваться хотят. Сейчас начнется. Пять помбиков подкинуть. Нет, мы пять шариков. Мы еще вопросы. Давайте шарики. Давайте. Ну что, все, поехали. Значит, жеребьевка двойная. По списку вызываются команды, тянут первое очередность. Подход. Очередность. Второе уже сектор. Все, вопросов нету, все нормально, ну, поехали. Я первый. Я первый? Да, ты что? Да. Бой. Бой. Бой, Лева. Опа! Первый. Это очередь, да? Подход номер два. Какой? Два. Давай. Генерал Бартиш. Денис! Опа! Я к тебе подойду. Смотри туда. Это какой? Шесть. Dream Carp. Ты знаешь, что понадобится не только по возрасту, мне кажется, надо по ровно ограничить. А тут какие-то... Подожди, подожди, мы через вас с тобой поговорим. Так я тебе хадусы. Стави хаду, Один. Бинго! Бинго! Куда идем? 13. Серега, то, что осталось твое. НКК! НКК! Никитос, давай. Один кокар, попытка. У тебя тоже там много команд появилось. Почему? Да. Куда? Какой номер? Пять. Да, но мне запретили. Сюда никто не делает. Клабо! Это Костя. 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 Поэтому вот. Давай, Ники, тащи. Очередь. Ну, показывай. 12. Шум лахат, такой то. Big fish. Big fish. Ну, нам все останется. Big fish. Сейчас я позову. Туда? Арба. Ника. Я написал монстр. Давай, иди. Давным-давно передал. Написано Ника. Майя, давно на сайте написано Ника. Ну, хорошо, мы поменяем. Майкл Маус это. Эссер. Смотри. Стас. 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 Какой номер? 8. 8. Все, отдай шанс. Коля, Ахмад. Подожди. Мазер,
за Женю. Это, да? Помнишь, за бабушку, за дедушку. Так, Андрюша. Нил. Что-то он там это, главный судья, что-то там мне не нравится. Что-то там. Чайники теплые. Теплые, вот я говорю. Нил какой? Девять. Твой номер. А где первый? Девять. И Вильсон. Вильсон. Все, что осталось. Первый. Далеко не уходи. Да, я эти задержали. Дави, шарик. Оставайся. Начав хеври секторы. Секторы. Опа. Опа. Ты же был последний. Как пришел первый? Опа. Опа! Моне! НК-карт один! НК-карт! Никита! Удачи! Никитос! Какой хочешь? Из этого. Один карт. Один карт. 13. Вау! 13? 13. Заехать лица до щели, ну. 13. Кинерат карпин, Денис. Денис. Осьминоги. Опять ты. Оля. 10. Он вытащил всех границ. Они рядом. Они рядом. 10-11 рядом был. НК-кар 2. Давай, папа первый хочет. Алиска, давай, показывай, что там. Первый. Опа! Первый? Да, первый сектор, вот прямо здесь. Молодец. Милош. Что? Первый? Второй. Хайнерманы. Ника. Ника. Ну давай. Костя. Ну, Серый, что? Что тебе нужно? Не знаю, там два. Слушай, иди сюда, Дуся. Давай, иди. Там, четвертый. 12. 12. Два раза 12 летит, это круто. Ну и последнее. 9. Пятый? Да.
Рома, Рома, сколько вам времени надо, чтобы... Просто вообще, да, через два. Чтобы подъехать сюда на машину. Я думаю, что все заметка нет. Чтобы открыли ворота? Ну да, чтобы машину через 5 минут. Так, что, мне туда? Я что-то не тебе завязываю. Ну ладно, хоть казалось. А, сначала куда надо? А зачем тебе прийти? Андрюша на вещи там. Я говорю, вот. И в прошлый раз на детский путь. Я знаю. Дипка, дай, пожалуйста, свой номер. 053. А какой у вас? Какой? Второй? 827. Рядом с кухней. 31. 05. Все хорошо. Потому что мы бы сами крайне, то есть мы выгрузимся. И потом мы сходим, чтобы приехать. 12-13. Хочешь, мы его потом отвезем? Хочешь, мы его потом? Потом отвезем, давай всех завезем, а его потом привезем сразу. Что, у него второй сектор здесь? Мы ему же... Его куда везти? Что? Прогулять? Куда прогулять? С машины же надо завезти. Так, давайте, я поехал к воротам. Где ворота вообще? Вот-вот здесь заезжают. Вот. Что, поехали? Да, поехали. Я пошел тогда с ними, да? Разбирать здесь и водичку только мажу. Выключить запись. Выпускаем. Поцеловать? Даня, целуй. Можешь засос. Отлично, все, супер. Ну, как вам на рыбалке, ребята? Как мне на рыбалке? А? Хорошо? Слава Богу. Блин, а щеку-то. Ну-ка, Стас, покажи. Big fish. Big fish. Вот так это же. Не нагрей уже совсем. Ну какая разница? Вот так наши дети работают. Молодец. И поцеловать надо его обязательно. Молодец.
Красавчик. Пускаем. Не-не, в мешке, в мешке выпускай. Положи в мешок. В мешок. Так положено. Положи в мешок. Вот. Бери мешок. Иди выпускай воду. Дорожно, классно. Ну, самый главный пловец. Давай, выпускай. Поцеловать рыбу надо. Поцеловать. Миша, поцеловать рыбу надо. Поцеловать. Рыбки. Йонатан, рыбу на нас смотри и выпускай. О, поцеловать. Целуй. Молодец, отпускай. А теперь вот так надо сделать. Вот. И ты тоже. Вот так сделай. Молодец. Бетах. Линаще котов или шахер? Целуем рыбку и выпускаем. Все, бери мешок, воду и опускай. Все? Да, поворачивайся ко мне сюда. Доставай с мешка прям и выпускай в воду. Повернись только сюда, чтобы видно было. Ты так выпустил? Все? А, вон пошли обе. Обе пошли. Ну, все. Вот так сделай. Сына. Вот так сделай. О, молодец. Супер. Из горка отдохнет. ЯП. В прямом эфире. Третий сектор у нас. Ты неправильно говоришь, чемпионский сектор. Да? Ну что там это? Не, ну я по поводу цифры правильно сказал, что третий. Давай. А ты подготавливай мат как раз. Тахина томат. Вот так у нас ребята работают. Ну, что-то есть? Нет.
Йофи! Стоп. Ты пройди по ней. Я думаю, что общий уровень воды в генерате упал. 100%. Главное, что они работают в команде так, как надо. Аба, как я разбежу? Как я разбежу, вели? Ты что, какая? Я чапророка. Нам это все, что там такие? Сня, хевре. Во. Яла, послушай ту. Давай, пошли, выпускать. Выпускаете. Идем. Аккуратно. Поцеловать и выпускаем. Давай. Родители, неси. Берег пошел, смотри. Хочет обратно. Пока-пока. Костя! Кость, там он к тебе один плывет, можешь под сачком забрать. Все, вытаскивай. Вытаскивай. Вытаскивай, не бойся. Выпускай его. Отлично. Молодец. Заходи в воду. Так, поворачивайся ко мне. Все, и давай выпускай. По одной доставай и выпускай. Проверь, может, еще что-нибудь осталось. Точно? Да. Нет ничего в мешке? Только на меня смотри, повернись ко мне, о, чтобы я тебя видел. Все, давай.
По одному вытаскивай мешка. Давай, давай. Не бойся, он не кусается. Не бойся, не бойся, вытаскивай в руки. Один поплыл, второй. Вот, молодец. Смотри, вот даже от тебя не уплывает. О, поплыл. Ну-ка. Молодец. Внимание, вес 2,325. Согласны? Все, давайте выпускать рыбу аккуратно. Осторожно, леска. Леска. Молодец. Ну, давай, расскажи, как тебе, понравились соревнования или нет? Понравились. Понравились? Вы как, с рыбой были или без рыбы? Без рыбы. Без рыбы. А не знаешь почему? Нет. Не знаешь? Ну, понятно. Может быть, как-то делали какие-то, ну, другие наживки или еще нет, как-то? Сектор плохой. Сектор да, попался и... плохой? Да. Тебе не нравится пятый? Да, он центральный просто. Центральный, понятно. А как рыбаков много было? Да. Много? А мешали? Или не мешали рыбачить? Нет. Нет, не мешали? Ну, молодец, ясно. Где у нас папа? Папа, идем рядышком. Так, ну, у нас есть все равно утешительный приз для этой команды. Это у нас команда «Пятый сектор». Вот. Для самого маленького участника мы от клуба
сделаем маленький подарок. В следующем году приедешь? Обязательно? Но только уже не на пятый сектор, а на другой, да? Договорились? Ну, молодец. Отлично. Это от клуба «Исрафиш». Медалька за участие. Аплодисменты. Молодцы. И от компании «Спортекс» маленький утешительный приз. Вот. Ты намотаешь с папой на катушечки и будете ловить. Давай. Да, и будете ловить. Так, окей. Все, всем спасибо. До свидания. Я хочу выразить благодарность всем, кто здесь присутствует, за их реально тяжелую работу, которую я наблюдал, по крайней мере, в своей ресторации. Надеюсь, что везде было так. Что дети не просто сидели в телефонах, а помогали родителям. Некоторые родители помогали. Да, некоторым командам действительно. Не на родители помогали детям, а дети делали основную работу. Молодцы. То есть у нас растет прекрасное поколение новое, которое заменит нас и возьмет из наших владеющих рук. Слава Богу, заменит нас, да? Да, к счастью, мы идем на пенсию. Я надеюсь, что всем понравилось, и что эту традицию мы будем продолжать в дальнейшем. Может быть, надо думать про чуть-чуть больше времени по формату. То есть все-таки один день это, ну, как я... Только во вкус вошел и все с оператором. Ну, а мы подумаем, что в любом случае в этом году это будет непонятно. Значит, на следующий год, на следующий год, подумать, как это еще лучше сделать. А сейчас вносить предложение или когда? Не-не. Какое предложение тебе надо? Два. Первое соревнование должно быть длиннее, раз. А во-вторых, я это повторял в прошлый раз, в этот раз повторяю. Должен быть общий сбор сначала, в котором все семьи собираются. И не важно, где это будет, не важно, где какие сектора, не важно что, организаторы должны это взять на себя. Должен быть совместный анализ.
Ну, смотрите, вариант. Естественно, все возможно в нашем мире, за ваши деньги любой конфликт. Естественно, дома. Без проблем. Потому что если мы не будем делать жеребьевку в 3 часа дня, а будем делать ее в 10 утра, то у тебя будет время. Потому что если ты это делаешь в 3 часа, тебе нужно все-таки засело попасть в сектор. Если мы скажем командам, вы не едете в сектора. Андрюш, не надо сейчас объяснять. Прими сведения, давай продолжай дальше. Да. Рома, все понятно. Рома, обсудим это все. Обсудим. Я вообще удивлен, что ты не там. Я тоже удивлен, что сиди на месте. Короче, я скажу, что я сильно боялся, что, учитывая жалобы местного населения, что клёва вообще нет. Люди сидят здесь уже по 3 дня, и у них рыбы нет. Я реально боялся, что будет грустно. Но, насколько я понял, я ошибся. Но, вот, потому что благодаря некоторым командам общее количество пойманной рыбы у нас 160 восток. Мы не будем показывать пальцами эту команду. Килограмм. Общий вес у нас 113 килограмм 295 грамм. 13 команд? Да, к сожалению, сколько я вижу, одна команда все-таки осталась без рыбы. Но это соревнование. И всего один день, поэтому уже никто не сделает. Команда, поймавшая больше всех хвостов, мы покажем пальцем, это команда. Нет, я просто скажу. 32 рыбы. Да, ну вот. Ну и средний вес 317 грамм. Я думаю, он завышен. Ну да, с миру по нитке. Реально, он поднял ситуацию. Да, ведут карты спорта все. А если бы еще мы зачитали того усыча, что он не научится. Хорошо, ладно, давайте, все устали, все хотят домой. Начнем, как всегда, мы начинаем с нижних. Итак, команда, которая у нас на 15 месте, команда Green Carp. Они уехали? Они уехали, медаль получили. Хорошо, ладно. Следующая команда, которая на 15 месте, стоявшая в 4-м секторе, поймавшая 4 рыбы весом кило 600. Это команда Кемерон Карпи. Ну, а где? А где народ? Только частично. Ну так пусть частично и выйдет. Интересно. Ты что, не член? Мальчика все-таки начальник. Ну да. И смотрите, поворачивайтесь на фотографа. Да, как я говорил, наш спонсор Андрей Стивенсон. Медальку повернуть надо, наверное. Но следующая команда, занявшая 11 место, это команда Фишка XM. Есть тут такие? Следующая команда из Трапиш. Мазлина. А куда подевался этот самолет? Иди сюда. Пожалуйста. Разверни медальку. Хайкин, медальку разверни. Подожди, иди сюда. Хайкин, иди сюда. Я не могу это заметить. Ладно, давай
Нет, это не для... Оля, это не для него. Ничего страшного, сфотографироваться для дайте. Семьей. Иди сюда, вот сюда. А ей ребенок потерял. Частично. Ну, идет ребенок. Давай, иди сюда. Смена хозяев. Смена медальки. Медальку развели. Да что ж такое-то? Леску не забудьте дать. Ура! Ура! Впервые за много-много лет. Да. Следующая команда, это команда Big Fish. Поздравляем! Свой же день прошел, а вот можно улыбаться. Следующая команда, команда Бинго. Фотография будет загружена на Facebook. После соревнования будет сделан видео ролик. Заранее благодарим судей, которые снимали. Так что ждите. Следующая команда, команда «Осьминоги». Опа, Ксюша, полный. А, я теперь понимаю, почему «Осьминоги». Посчитай. 8 минут. Поворачивайте, ребята. Поворачивайте. Мужчинам не положено. Улыбайтесь. Ура! Ура! Это было 8-е место. Следующая команда Wilson Family Team One. Нам надо еще... А, это потом. Ну, им футболки они заберут, вам деньги. Поздравляем. Шестое место команда «Джетстрим». Мишка! Мишка, лови. Пятое место, та самая команда, которая купила всех в количественном рынке. Команда «Панкоронка». Я протестую. Рома, как всегда, протестует. Так, сейчас, давай. За них это. Помогу победить его. Пипец, как дети уже сказали папу. Мазыки, бэд медалья? Вау! Здесь в конце можно находиться. Рома, все медали за 3 уже.
Опа! Где фотка-то? Куда? Я. Давай, я займи ее. Молодцы. Не, ну как они работают? Да, да, да. Бойлер. Опа! Так, идите сюда. Есть. Огромное спасибо судьям, огромное спасибо организаторам. Вы были просто молодцы, были звери. Спасибо, что вы родились, спасибо. Да, спасибо, Алексей Воронов. Соседи у меня были такие. Да? Ну, как есть, надо сказать. Четвертое место. Команда «Энкокарт-2». Молодцы! Ждите, иди сюда. Забросили, зараза. Самая лучшая роспись. Дайте собачке. А, собачке. Поздравляю! Итак, мы переходим к номинантам, призерам и победителям. Сразу отменим Биткиша. Да. Потому что Бик подходит ко мне. Я не знаю, что там. Что? А на Бик у нас только Бикуба, да? А. Нет, давай. А нет, он первый. Нет, давай, Бик. А, да? Да, Бик у нас не ух ты, какая леска, а? Бик Фиш у нас команда НК Карт. Весом 5 кг 375 грамм. Порвали двери! 5 кг 375 грамм. Да. Да. Смотри, в том году там было, по-моему, такое же. Может быть. Посмотрите, там было 5 кг 375 грамм. И недалеко ушедшая от Парфарона средним весом 603 грамма команда Ника Байк. Это тебе не мы таких вот пилек ловить всю ночь, да? 13 раз. У меня сегодня был не триплет, не дублет, у меня 4 раза. Теперь будешь блогером. Это крупняк. Это улыбайся. Подожди. Это не реклама. Дайте майку Паше, это главное. Второе место. Общим весом 14,750 грамм. 9 рыб. Средний вес 1,699 кг. Команда «Сквадро». Папа, мама, я. На 275 грамм больше. Да, у вас разница 275 грамм. Давай, Дима, мама, ребенка. Улыбайтесь. Вот так вот и надо, да? Спасибо. Ну, и на сладкое. Первое место. Общим весом почти 30 кг 17 рыб. Команда МК «Карпус».
рождения! Тут еще... День рождения же вчера. На маму. Поздравляю. Стоп, у кого день рождения? У Димы. Дима, я что-то не помню, у тебя день рождения было? Вчера. А почему мы не... Где ты выставляешь? Почему мы день рождения за какого-то? Я не знаю, я не получил. Андрюша, объяви, что это ваучер Степчину. Товарищи, этот ваучер от компании «Спортес», как вы видите, который... Это не деньги, это удилище. К сожалению, это не деньги. Наоборот, я должен сказать, что подарки очень крутые. Для детского турнира? Для детского турнира подарки очень крутые. На план. Все старались, как бы тебе это не было противно. Все, отлично. Мне противно. Итак, теперь, как бы, как всегда, пару слов не забыть. Господа, пожалуйста, не забудем про судей. Я попрошу Кола Шовтин. That's it. Куда мы его? Нет. Ахмед Абутил в Дмитрий Шило. Алло, хлопаем! Да, четверо. А вы с ними не хотите? Я вас не могу. Спасибо большое. И сейчас, как это у нас принято, коллективная фото на память. Можем... Да, взрослые встаньте к столу спиной. А дети перед ними, мы сейчас поставим клады, лавочки на стол. Thank you.